Сегодня у меня очередная распаковка. Наконец-то пришла экшн-камера. Ну, вот это вот не экшн-камера. Посмотрим, что здесь. Что здесь, я не совсем помню. Здесь заказов много. Разных таких подарочных. Новый год. Так. Замотано здесь так по-серьезному. Значит, здесь что-то серьезное. Привод. CDR-ка пришла. Точно. Я смотрел сегодня. В отслеживании. Компакт-дисковый привод. Вот такой вот он. Сейчас его подключу. DVD-ROM. Ну, его сразу потестим. А вот экшн-камеру тестить я буду... Ну, только посмотрим, как она работает. А тестить я буду на выходных. Как раз вот в аквариуме ее пытаем везде. Посмотрим, какая она. Так, это зачем, интересно? Тут что? Тут два. Не знаю, два кода. Зачем? Да ладно, сейчас попробуем. Сначала к этому. Я компьютер включу. Где-то зачем-то его выключили. Так. Ну, короче, здесь что мы имеем? Сам привод. Такой. Никаких характеристик. А, есть вот характеристики. Вот. Мануалочка. Небольшая. Ссылка на него там в описании. И два провода. Один вот, не знаю, как они называются. Таким выход, другой с кругленьким подключением. Попробуем сначала с этим его присоединить. Я вставил диск. Загудел, как полагается. О. Может, реально надо было... Нет, зелененькое, горит. Ну, крутится там. Все. Диск определился. Смотрим. Как-то не очень он шустрый, но... Ну, в принципе, я через контроллер такой, через хаб. У меня много всяких устройств, но, может, из-за этого. Я сомневаюсь. Смотрим сейчас. Автозапуск у меня отключен. Сейчас посмотрим. Запустим его через... Так, я не понял. Что он дергается? Может, диск старый? Так, что-то у меня с диском. Попробую я вот открыть диск таким способом. У меня Linux, если кому интересно. Хотя можно с ним экрана делать. Так. Воспроизвести. Вполне возможно, что диск у меня такой. А, нет. О! Работает. Нет, диском все в порядке. Язык тут даже можно выбрать. Так, play. Чтоб сразу. Все работает, кстати. Ну, диск очень старый, я на него грешу, что он так вот медленно все делает. Новых у меня, к сожалению, дисков нет. Сейчас еще раз. Бонус какие-то есть даже еще на диске.
Ну, так немножко промотаем. Вот видите, все работает. Вот я другой диск ставил, в котором я уверен, что он работал у меня. Надеюсь, страйки никто не пошлет. Сейчас попробую перемотать. О! Все работает. Привод нормальный. В рабочем состоянии. Ножка, конечно, мне кажется, хотя я давно не работал уже с ними, поэтому не знаю, как оно должно быть. Ну, может, надо две подключить. Короче, рекомендую. И моя экшн-камера новая. Наконец-то. Шла она довольно долго. Не буду скрывать, больше месяца. 11-11 заказывал. Сейчас у нас... Ну, ссылку дам в описании. Посмотрите, это будет просто, это не обзор, а распаковка. Обзор у меня будет чуть позже, когда я поюзаю. Вот смотрите, тут все. Фирменно. Она должна быть маленькая очень. Я думаю, многие увидели. Если зашли на это видео, значит, по поиску, скорее всего. Но, так, как же... Обзор, как я сказал, будет позже. Ай, я не люблю эти коробочки скрывать. Так, что мы имеем? Имеем. Где сама камера? А. Она сразу в числе идет. Тут зарядное устройство. И вот она, моя мечта. Ну, в чехле в этом она довольно-таки тяжелая. На мой взгляд, она увесистая. Ну, грамм 300, я думаю, весит. Что мы тут имеем? Тут кнопочка какая-то. Я, опять же говорю, я сейчас не буду ее юзать. Сейчас ее защитная пленка. Какая стала распаковывать, заметил, этот шарнир, он так вот жестко двигается. Да, мы одеваем штатив или еще что-нибудь. И можно снимать. Уже все готово. Ну, все должно быть водонепроницаемое. Сейчас попробую это все снять. И буду, когда следующий у меня обзор, у меня к нему много аксессуаров. И чехол силиконовый, и всякие... Ну, что надевать? И на руку, и на спину, на живот должно быть, и на... Да, снимается довольно легко. Тут же щелка. Все. Я думаю, будет сложнее. И оттуда... Так, что вытаскивается? Вот такую забавную вещичку. Тоже тут защитная пленка. Выпуклое стекло, чтобы обзор экрана был лучше. Так, а где он включается? А вот вверх. Ну, включаю. Держу, у него разрежен. Так, вот здесь вот зарядное устройство, вход для зарядного устройства. Единственное, мне не очень нравится, как держится вот эта вот пимпочка. Ставим на зарядку, лампочка загорелась. Мне кажется, он сильно-сильно разряжен. О, все. Пилик-пилик, включился. Кстати, надо будет звук убрать. О, сразу предложил выбор языка. Какой у нас тут? Так, язык. Просто язык надо нажать. Будет наш. Ну, видимо, да. Язык. Следующее. Настройки, кстати. Тут никаких кнопочек нет. Все можно делать с помощью экранчика. Так, Россия. Ищем Россию.
частоту режима для Wi-Fi. 24 вроде советует. Режим фото. Тройки. Бом. Показывает, что нужно делать тут. Спуск для съемки. Кстати, приложение. Но это все буду делать потом. Вот такой маленький экранчик. Нет карты памяти. Ну, сейчас не нужна. Посмотрим разрешение, да. Я буду, скорее всего, вот на таком снимать. Так, штамп времени. Ну, штамп времени поставить. Надеюсь, не придется переснимать в другом объективе. Коррекция искажения. Короче, все это я буду... Буду с этим всем знакомиться. И потом уже, когда я все это изучу, я сделаю полный и честный обзор на эту маленькую камерку, которая, ну, она висит, хорошо висит. Я думаю, это правильно. Тут очень большой выбор режимов съемок. Причем где-то воскресенье вечером или понедельник вечером я выложу видео с полным обзором, и погружение в воду будет, он аквариум у меня стоит. Поснимаем там рыбок. Видео на улице. У нас сейчас на улице темно, полярная ночь. У нас все время темно сейчас. Солнца нет. Посмотрим, как съемки будут проходить при условиях полярной ночи. Почему здесь сброс настроек 3 раза аж. А тут еще можно по Wi-Fi подключиться. Интересно. Короче, я буду разбираться, пускай заряжается. Сейчас я посмотрю, если там инструкция. И что у нас, что мы имеем? Их фирменное, спасибо за покупку, видимо. Их данные в Фейсбуке, на Ютубе. Так, ладно, это нам не интересно. Какие-то параметры. Ну и чехольчик такой вот, красивый чехол. Ага, вот еще. Да точно, есть здесь инструкция небольшая есть, но. Она на английском языке. Что к чему? Здесь что-то еще тут написано, не знаю. Ага, вот еще инструкция. На русском только что не будет. Нет, английский, французский. Немецкий, испанский, итальянский. Ну, в принципе, сейчас не проблема найти инструкцию в интернете. Все, я не прощаюсь. Спасибо за то, что если досмотрели до конца это нудное видео. Покупкой доволен. Опять же, говорю. А, и самое интересное, что она снимает, сколько я знаю, и включенные в зарядке. То есть можно поставить пауэрпак, включить и ехать и снимать. На велосипеде. И вот выпуклое окошко здесь. Тоже говорят, не очень. Если упадет на окошко, то может разбиться.